Вітаю! Я Саша Гуржий, твій туристичний агент, а це готель Кірман Сідемарін Біч енд Спа. Класна п'ятірка на першій береговій лінії з відмінним харчуванням, класним сервісом та новими номерами. І в цьому коротенькому огляді покажу вам готель. І розпочнемо по традиції з лобі. Відразу при вході бачимо м'які, зручні крісла, дивани, стієчки, рецепції, де ви будете реєструватися, проходити чекін та чекаут. Але ми з вами йдемо на бар. І, звичайно ж, бар, який розташований в лобі. А хочу нагадати, що абсолютно всі готелі Кірман працюють на барах. Міксологи, які для вас готують смачні коктейлі. Це не просто бармени, це люди, які навчалися саме коктейлям. А є певна професія міксологи, і тут вони працюють. А в день зйомки в готелі перебував головний сейлс-менеджер по всім готелям Кірман. Тому пропоную з перших уст почути загальну інформацію про готелю Кірман Сідемарін, а також про інші готелі Кірман. 24/7 ультра, супер, мега, all inclusive, тоже все включено. Личный ассистент у нас на входе, видели девушки, да? Во всех отелях они тоже есть у нас. То есть при заезде гостям они помогают заселиться, там коктейли, вино и так далее. И обмениваются номерами. WhatsApp, Viber, Telegram, можно любые вопросы им задавать. То есть личный ассистент прикрепляется за каждым гостем индивидуально. Так, пакет Baby Star у нас есть, концепция. Это мы в номере посмотрим наглядно, то есть они попозже в номере. Так, миксологи. Это новшество нашей концепции. Они коктейли вот готовят прям идеально, как есть, да, вот эти всякие эксклюзивные коктейли. Так, что у нас еще есть? Много всего есть, сейчас как вспоминать. Ну, для молодоженов у нас завтрак-постель первый день после заезда, да. Завтрак-постель, последующие дни там вино, фрукты, шампанское в номере, это как must have. Так, мини-клубы с 4 до 12 лет, тоже во всех отелях. Оставляем ребенка. Забываем про него. До 10 вечера хотя бы. День выезда, имею в виду. Забираем. Так, то есть с 10 утра до 10 вечера на обед только можно забрать. Хотя есть у нас два отеля, вот Лиодики и Ариканда, если слышали такие. Там у нас на обед даже можно не забирать ребенка, потому что обед прям там же, нет? Так, я вот по отелям скажу, какой отель для кого предназначен, да? Вот Сидомарин, здесь вот софт-анимация. Больше релакс отель такой, ну, в основном взрослый контингент здесь, да. Ну, это софт, да. Это что софт. Говорится активный? Так, напротив у нас вот отсюда видно черненький отель, видите, симпатичный. Это тоже наш отель, Кирман Галиптус. Он новейший из нашей сети, 21-го года всего лишь. Кирман Галиптус. Он единственный, который на второй линии у нас отель. Свой пляж у них, у нас. Там, то есть, свой тоннель, не общественный. Там на пляж гостей отвозит трамвай. То есть, обычный вот вагон. И по тоннелю он проезжает. За 3,5 минуты доезжает на пляж. По тоннелю? Да, под дорогой, да. Чисто тоннель, да. То есть, сразу, да, в свой пляж попадаем. Там есть и снэк-бар, и все и остальное. То есть, как положено. Вся инфраструктура. Нет, разные. То есть, если там вот, я вам скажу, там немного узенький пляж, там небольшой. Там тогда пляж был позапрошлый? Ну, чуть-чуть расширили по краям, и шезлонгов два раза больше в этом году, чем в прошлом. Но гости вот сегодня, допустим, были гости, смело могут прийти сюда, на пирсе, тоже отдохнуть в Сидомарин. Не в отеле самом, а на пляже. Так, Калиптус, он вот больше тусовочного характера, там, ну, хард-анимация, да, не софт. Пенные вечеринки почти каждый день. И анимация нон-стоп режим. Сидера, он тоже вот в стиле Калиптус, тоже тусовочного такого характера. Компактная территория там. А вот Ариканда, Лиодики, они, ну, процентов на 100. Это семейные отели. Лиодики и Ариканда. Там у нас общая территория на два отеля. Гости могут пользоваться абсолютно всем, выкористовывать, да? Выкористовывать. Пользоваться всем, кроме ресторана. То есть, имею в виду главный ресторан и снэк-бар. Барами можно пользоваться, некоторыми а-ля-картами тоже можно пользоваться. Вообще, те наши отели, эти новые, 2016-го, Рокер.
Риптус 21, да, это инфант. Мини-клуб. Это Ариканда Лиотики. И вот эти аланийские отели наши, они как бы немного подуставшие были, но в этом году у нас прошла реновация. И эти отели мы сделали с нуля абсолютно. Ариканда так вообще, ты вот заходишь перед тобой, дверь вот так распахивается, вообще шикарно. Так, ну про отели вот примерно понятно, да, какой отель для каких туристов. Ну здесь вы можете заметить, что больше у нас в отелях преобладает европейский турист, потому что эти отели изначально были как бы заточены под европейцев. И, то есть, смотрите, последние два года, ну мы больше хотим, конечно, чтобы гостей из СНГ было, да, в связи с чем набрали наших, моих коллег, меня тоже в том числе. И в Германии, вот в Западной Европе мы маркетинг вообще не проводили. Они все равно едут. Представьте, 20 лет этот маркетинг каждый год тратили деньги. Это в прошлом году попробовали, говорят, давайте вот на Европу вообще не потратим. А это, оказывается, уже все знают, немцы особенно. А в основном немцы здесь отдыхают, да, у нас вот это. Так. Из концепции у нас еще, кстати, смотрите, какая классная штука есть. Wake up call называется. И у гостей, если выезд ранний, да, куда-то, да, в аэропорт или на экскурсию до 7 утра, заказываем услугу будильник. И будильник, услуга такая. То есть, допустим, на 4 утра, да, гости едут по Мукале, их разбудили в 4 утра и через несколько хвалы угостили кофе, круассанами прямо в номере. Заход в море, смотрите, здесь есть плита природная. Вот пирс мы установили как раз-таки на плите. Но все равно за рамки этого пирса плита выходит метра на два. Если, то есть в двух метрах от пирса заходить, там уже чисто песок. Вот это село, где мы находимся, район, да, называется Кумчой, что в переводе означает песчаное село. То есть можете делать вывод, какой там пляж. Чисто песок. В Калиптусе плит уже вообще нет. В Сидере у нас там немного галечка есть на пляже, галька, но мы даем бесплатную обувь, вот эти коралки, резиновую, одноразовую. Грибок в подарок, говорят. Так, кстати, боулинг. Во всех отелях у нас есть игровые зоны, это тоже в концепции. Боулинг, бильярд, Xbox, PlayStation, все последние модели, они у нас включены в концепцию. Никакой резервации не требуется, зашел, поиграл, ушел. С 12 до 17... Как? У нас написано, с 12 до 17 лет можно пользоваться этим залом. Но сейчас даже пойдем, там папаши сидят и играют в PlayStation. То есть в любом возрасте. По алкоголю отсюда можете наоборот посмотреть, какой перечень напитков есть. Самое топовое мы собрали. Chivas 12, Black Label, Red Label, Jameson, JB, Jack Daniels. Несколько видов здесь есть. Tequila, Almeca. Бейлис, Егермайстер, это все у нас включено. Шприц опервольник тоже, это все включено. Так, что здесь, что в Сидере, той же бюджетной, да? Так, еще такая удобная штука у нас есть, QR-коды. То есть на территории у нас разъезжают ребята на роликах. Вы лежите где-то на пляже, на пирсе даже, на шезлонге. Рядом с вами QR-коды на зонтах. Считываем QR-код. Заказываем, там плюсики есть рядом с напитками, заказываете напиток, через несколько минут вам подвозят туда. Никуда не нужно вставать. Это очень удобная штука. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу мінімальну категорію номера, це номер стандарт. Є стандарт Sea View, є стандарт Garden View. Sea View з видом на море і Garden з видом на сусідній корпус та на сад. Розпочнемо з загальної кімнати в номері. Велике двоспальне ліжко King Size, по бокам є дві тумбочки, плазмовий телевізор, абсолютно у всіх номерах є чайник, кафейно-чайний набір, вода і міні-бар, який поповнюється кожного дня. Місце під багаж, у всіх номерах також є халати, капці, косметика готелю. Дзеркало, як відкидне, так і звичайне, велике. Зубні щітки, станок для бриття, туалет та душ. І виходимо зараз на балкон. Покажу вам, який вид має номер Sea View. А вид тут чудовий.
На балконі два крісла, стільчик, пепельничка, можливість повісити речі, щоб сохли, і вид на територію готеля та на море. Ще раз нагадаю, що це був номер стандарт, саме мінімальна категорія номера, причому стандарт Sea View з видом на море. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На самому нижчому поверсі, який виходить у нас відразу територію готеля, є шопінг-центр, можна купити відразу собі валізу, взуття, прикраси та сувеніри, щоб не їхати кудись в інше місце. Проте можна вийти з території готеля, поруч є багато сувенірних лавок і також можна буде придбати це все за територією. І зверніть увагу, до речі, є ось такий стильний бар. Друзі, готель Кірман Сідемарін я провів всього годину під час інспекції, тому показав вам номери, показав вам лобі, дав загальну інформацію про готель і сподіваюся, найближчим часом повернусь сюди знову, покажу вам територію та пляж. Від вас, як завжди, лайк та підписка.